На больше Локомотив пока не способен, но нужно быть реалистами, сохраняя при этом, безусловно. Рано или поздно, будь то Локомотив или какой-либо другой российский клуб, что называется, прорвет, и мы обязательно выстроим на евроарене. Одним словом, нужно запастись терпением и надеяться. Это нам с вами, уважаемые телезрители, а российским командам работать, укрепляться и становиться с каждым сезоном все более и более конкурентно способными. Второй матч в нашей группе состоялся на Сан-Сиро, где уже решивший задачу Милан через игру, так же, как и мадридский Реал, мотивированным, причем сверхмотивированным, дортмундской Боруссии, готовился к важнейшей игре внутреннего чемпионата с туринским Ювентусом. Сразу же назову вам стартовые составы команд. Начну с хозяев, с Милана, в воротах Абьяти, 18 номер, 3 номер Мальдини, капитан команды, 5 Редондо, 8 Гатуза, 10 Рукошта, 11 Ривалдо, 13 Неста, 14 Шимич, 15 Томасон, 24 Лаурсон, 32 Брокки, Карло Анчелотти, главный тренер хозяев поля. Матиас Заммер, наставник дортмундской Боруссии, выставил на этот матч следующий стартовый состав. Лемон, вратарь, первый номер, второй Иванильсон, четвертый Вёртс, пятый Кель, седьмой капитан команды Ройтер, восьмой Фринкс, девятый Коллер, двенадцатый Эвертон, семнадцатый ДД, 21-й Метцельдер, 22-й Амороза. Вот на ваших экранах был только что Карло Анчелотти, но он-то мог спокойно наблюдать за тем, как развиваются события, ведь его команда досрочно получила право участвовать уже в плей-офф, уверенно проведя первые 4 игры. Ривалдо на первых минутах выскочил, по сути, один на один с Лемоном, но переиграть вратаря не сумел. Вратарь вытянулся в струнку, прикрыл ближний угол и помешал Ривалдо точно пробить. Ну, первые минуты проходят с некоторым территориальным преимуществом Милана. Вы видите, одна атака сменяет другую. Что касается составов, то прежде всего, дортмундской Боруссии состав, ведь эта команда приехала за победой на Сан-Сиро. Этой команде нужно было побеждать и надеяться, что мадридский Реал не выиграет в Москве. Обе игры проходили в одно и то же время, и понятен настрой дортмундской Боруссии. Эта команда изо всех сил пыталась в дебюте не пропустить, сохранить свои ворота в неприкосновенности, а затем уже перейти к активным действиям. Так вот, в стартовом составе дортмундской Боруссии отсутствовал Росицкий, он травмирован, зато вышел с первых минут гигант Ян Коллер. Его участие в этом матче было под большим вопросом, но он нужен команде, он забивал, он один из лидеров, и когда решалась судьба дортмундской Боруссии, он принял решение играть в этой встрече. У Милана состав также был не оптимален, много травмированных, но посудите сами, травмы совсем недавно получили Каладзе, Хельвик, Шамот, по-прежнему травмирован Шевченко и Амбразини. И тем не менее, все-таки на эту встречу Анчелотти выпустил многих футболистов, которые наверняка будут играть против Ювентуса, то есть дать возможность игрокам почувствовать себя в тонусе и быть готовыми к, конечно же, тяжелейшему поединку со старой сеньорой. Но в то же время в запасе остались Инзаги, Костакурта, Пирло. Все это говорит о том, и вратарь Дида, все это говорит о том, что ротация состава, и кому-то предоставлялась возможность отдохнуть, а кто-то был брошен в пекло борьбы. Итак, в целом равная игра в первом тайме. Боруссии, повторяю, нужно побеждать. Она атакует, но до по-настоящему опасных моментов у ворот объятий дело не доходит. Мальдини и компания действуют уверенно в обороне. Ну и к тому же не будем забывать, что есть кому атаковать даже в отсутствии Шевченко и Инзаги. У Милана, Милан играет у себя на поле, Руи Кошта, плеймейкер миланского клуба, берет игру в этом эпизоде на себя, здорово смещается с левого фланга в центр и затем хлестко из-под защитника бьет в ближний угол. Лемон и в этом игровом эпизоде демонстрирует свое мастерство, отражает опасный удар португальского легионера Милана. Вот на ваших экранах Коллер, повторяю, вышел он с незалеченной травмой. И до поры до времени как-то не получалось у него вписаться в игру, не мог он поймать, что ли, игровой ритм. Да и к тому же полузащита дортмундской Боруссии в большей степени была сосредоточена на разрушении, нежели на созидании. После первых 45 минут счет не был открыт, ничья 0-0. Этот счет, конечно же, не устраивал команду Матиаса Заммера. Вот он на ваших экранах. Амбициозный тренер, который, надо сказать, создал действительно хорошую команду. Она выиграла чемпионат Германии, и в этой Лиге чемпионов во многих играх смотрелась очень даже
прилично. Кстати, Маттиас Замер сказал накануне этого матча, что нам нечего терять, мы должны полностью выложиться и показать все, на что способны, а способны мы на многое. Вот пошли уже замены. Ройтер, команда покидает поле, вместо него выходит Рикен. Кстати, то, что касается Ройтера, то он заявил накануне матча, что команда едет в Милан выигрывать, ведь мы можем победить кого угодно, мы не боимся ни Милан, ни других грандов, мы сами такой же европейский гранд. Мы постараемся выиграть, нам не все равно, даже если мы вылетим, как мы это сделаем. Мы будем стремиться во что бы то ни стало положить Милан на лопатки на его же территории и взять реванш за поражение в первом матче в Дортмунде. Опасный удар, бил поворотом Гатуза, и мяч попадает в штангу. Отчаянный бросок Лемана. Но, по-моему, вратарь так мяча и не коснулся. На счастье голкипера мяч угодил в штангу. Милан сейчас переживает, скажем так, не самые лучшие времена в чемпионате. Проблемы. Команда теперь уже от Ювентуса отстает на 8 очков. Вот в последнем матче не сумели миланцы справиться со скромной Реджиной. Ничья 0-0 была зафиксирована. И очень многое будет зависеть. Пожалуй, последний шанс. И как-то обострить ситуацию в борьбе за Скудетто, это переиграть Ювентус. Сделать это будет крайне сложно, учитывая, повторяю, игровые проблемы, которые свалились в последнее время на Милан. Появился на поле Инзаги, здесь Ривалдо здорово ассистирует, делает хорошую передачу на Йона Далина Томасона, тот бьет из выгодного положения, но промахивается. Вот судя по этому отчету, голевых моментов было создано больше у ворот дортмундской Боруссии. Команда в основном оборонялась, правда, периодически переходила в контрнаступление, но а также по-другому, ведь этому клубу нужно было побеждать. Нужно было брать 3 очка и надеяться, что московский «Локомотив», повторяю, не уступит мадридскому «Реалу». Ох, какой опасный удар. Здорово играет объятие. Он демонстрирует, что пусть и часто находится на скамейке запасных, тем не менее, форму не растерял. Он в полном порядке вытащил мяч, который летел практически в самый верхний угол. Время идет. Дортмундцы никак не забьют. Пытаются они в втором тайме больше играть на Холлера, делая передачи верхом. Холлер бьется, сражается, но объятия и защитники Милана не допускают ошибки, а это уже Ривалдо получает мяч в метрах, наверное, 25 от ворот дортмундской Боруссии. Сильно бьет, но не точно. Кстати, Анчелотти, также общаясь с журналистами перед этой встречей, сказал, что его команда попытается выиграть. Пусть задача решена выхода в плей-офф, но победа над дортмундской Боруссией придаст уверенности команде перед очень важной игрой в рамках национального первенства, то есть перед игрой с Ювентусом. Мороза навешивает, и буквально считанных сантиметров не хватает гиганту Яну Холлеру для того, чтобы нанести опасный удар головой из близкого расстояния. Время идет, и кажется, что зрители так и не увидят забитых мячей в этой встрече, но на 80-й минуте почему-то защитники Милана, опытные защитники этой итальянской команды, позабыли о существовании на поле Яна Холлера. И он забивает свой 8-й гол в нынешней Лиге чемпионов. Сыграл 12 матчей. Отличный результат. Всего лишь на 2 мяча Холлер отстает от Руда Ван Нистельроя. Но если Руд Ван Нистельрой продолжает участие в Лиге чемпионов и может побить рекорд Лиги чемпионов среди бомбардиров, то Холлеру это уже не суждено, даже несмотря на то, что он выводит свою команду на Сан-Сиро вперед за 10 минут до окончания матча. Но мы же с вами знаем, как завершилась игра в Москве, где «Локомотив» принимал королевский клуб. Ну, здесь пошли замены. На поле появляется Мадуни, он заменил ДД. Ну, выходит игрок, который больше, конечно же, последние минуты встречи концентрировал свое внимание, нежели ДД, на оборонительном действии. Инзаги в своем репертуаре пытается заработать 11-метровый удар. Его часто критикуют за то, что он симулирует, но в этом игровом эпизоде ему Вёртс, конечно же, такого тумака своеобразного отвесил. И у арбитра определенные основания на то, чтобы назначить 11-метровый удар, были. Но судья на это не решился. Кстати, эту встречу обслуживал Грэм Барбер, известный английский арбитр. 2 минуты он добавил так называемого компенсированного времени. За эти 2 минуты не удалось Милану сделать то, что пытались сделать миланцы за все 90 минут игрового времени. То есть забить хотя бы один мяч в ворота уверенно сыгравшего Лемана. Милан выиграл.